Друзья, всем привет из Тель-Авива. Нас сюда занесло по делам. И мы решили, когда освободились, посетить набережную Тель-Авива. Посмотреть, что здесь происходит. Давно я здесь не была. Ее очень здорово обновили в последние годы. Сделали огромную прогулочную набережную от северной части города. От северного порта, так сказать. До старого города Яфо. Мне очень нравится этот пляж, потому что, смотрите, с одной стороны пляж достаточно хороший, цивилизованный, так сказать, а с другой стороны большой город, и получается, что особенно для туристов это удобно. Вы приезжаете отдыхать, допустим, останавливаетесь в гостиницах, хостелах, гестхаузах, и буквально два шага вы уже на пляже. И все, что нужно, вся инфраструктура, она вокруг вас. И мне очень нравится то, что на пляже нет камней, очень приятный такой песочек. Очень хорошая здесь инфраструктура. Много разных гостиниц на любой кошелек, на любой уровень. И хостелов, даже есть хостел на побережье. Кстати, он где-то здесь рядом, вот в этом месте. А, вон он. У меня там, кстати, останавливались знакомые. Выглядит немножко не очень снаружи, но внутри очень даже прилично. Такое, как бы, получается, 2-3 этажа, оранжевая стена, вот видите, да, прямо перед вами. Там на крыше находится такое, типа, ну, место, где можно проводить время, сидеть, любоваться видами, и виды просто потрясающие. То есть идеально видно море, набережную. И сделали вот такие классные места, где можно тоже отдыхать. Очень-очень удобно. Смотрите на цвет этой воды. Я просто очень рада, что мы сюда добрались. В воду мы еще не заходили купаться, потому что вода холодная. Даже обратите внимание, практически никто не купается в воде. В основном люди просто отдыхают на пляже, загорают. Потому что вода еще прохладная. И я думаю, что ближе к концу апреля уже будет нормальная вода. На пляже в данный момент еще не работают спасатели. Вот видите, вот здесь сейчас вам покажу. Так, вот. Это будка спасателей. Там никого нет, и постоянно звучит информация о том, чтобы отдыхающие знали, что спасателей на пляже нет и не заплывали далеко. Тут есть волнорезы, это очень здорово. Такой хороший пляж. И до него удобно добираться. И сейчас мы продолжим гулять по набережной. Сегодня обещали хамсины, сильный ветер, все это есть. Но здесь очень приятный свежий ветер дует с моря, и не чувствуется вся эта жара. Вот. На берегу много разных кафешек. Вообще в Тель-Авиве очень много разных кафешек, ресторанов. Голодными вы тут не останетесь, на каждом шагу что-то есть. Очень здорово. Вот, на этом пока все. Такой небольшой обзорчик я вам сделала. Какие здесь пляжи имеются. И мы находимся сейчас где-то так в центральной части города. То есть это не север, не юг, а где-то посерединке, если смотреть по карте. В общем, здорово.